Добрый день, дорогие подписчики моего канала, случайные гости, которые зашли на мой канал. Я вас всех приветствую и очень рада вас с вами пообщаться на моем канале. Сегодня мы с вами будем заготавливать помидоры на зиму, маринованные у меня помидоры. Скоро я вам запишу видео «Помидоры заквашенные». Очень интересный рецепт. А сегодня маринованные. Ну вот я приготовила, заготовила, вымыла. Хорошо промыла помидоры. Подготовила один перчик. Будем в литровую баночку поставила. Я, значит, положила туда листья вишни, смородины, укроп, хрен, чеснок. Вот 3 зубчика чеснока разрезала. И горький перец. Ну, вот там видно такой вот горький перец. Сейчас мы с вами будем вкладывать туда помидорчики. Вот такие у меня они небольшие для литровой баночки. Ну, вот так я положила в баночку помидоры. Сладкий перец болгарский. Не знаю, видно ли вам. Ну, вот так, посмотрите. На дне у меня вся эта зелень. Вот так. А сейчас я залью первый раз кипятком. Просто кипятком. Заливаю. Потихоньку, чтобы банка не лопнула. Открываем крышкой. Ну, еще я вам не сказала, что банки я стерилизовала. И хочу рассказать, как я их стерилизую. Я стерилизую по-своему. Мою хорошо банку, желательно содой. Затем беру кипятком, заливаю где-то третью часть банки. Крышки обливаю кипятком. Накрываю крышкой, не плотно, просто прикрываю. И вот такая банка с третьей частью кипятком постоит у меня минут 20-25. И все, достаточно. Вот так я всегда стерилизую банки. Затем я эту воду выливаю. Ну и вот так вот наполнила уже промытой и помидоры, и зелень промыта. Туда же чеснок у меня. Горький перец, там все есть. Душистый перец можно положить. Хотите, положите перец черный горошками. У меня горький. Я залила кипятком, и пусть постоит до охлаждения где-то, чтобы можно было банку взять и слить воду. Когда будем сливать в мерную банку. Ну, где-то пол-литровую или литровую воду, чтобы нам знать, сколько вмещается воды в литровую банку. И правильно приготовить рассол. Я вам показываю на одной банке, но я уже сделала несколько банок. Они у меня готовы. Я покажу вам. Я слила рассол. Эту воду кипяченую с каждой банки. У меня всего получилось 5,5 банок. Сейчас кипячу. Добавила. Получается у меня, что на 1 литр уходит воды пол-литровая баночка. Пол-литра. Вот у меня он кипит, этот рассол. Я добавила на литр рассола столовая ложка соли и 2 столовых ложки сахара. Вот здесь оно сейчас закипит, я буду заливать. А в каждую банку добавила еще 1/2 чайной ложки лимонной кислоты. Ну вот так. Я всыпала в каждую банку 1/2 чайной ложки лимонной кислоты. Я вам показывала одну баночку, но у меня 5,5 банок. 5-литровых и 1 пол-литровая. Сейчас я буду заливать кипятком и закатывать. Я покажу вам.
Ну вот так, рассол кипит. Сразу кипяченым заливаю в банки и закатываю. Ну вот так у меня получилось 5 баночек. 5 литровых и пол-литровые. Здесь я с перцем заготовила, с болгарским. А эти я сделала без перца. Можно лук добавить, очень хорошо. Некоторые добавляют морковь, но я не люблю. Я делаю с перцем и с луком. Вот так вот. Ну, видите как? Сейчас я переверну их на крышки, для того, чтобы крышки лучше затянулись. Рецепт оставлю в комментарии, чтобы вы подробнее знали рецепт. Ну, вот так. Я делаю каждый год. Вы знаете, это очень вкусная заготовка, очень хороший рецепт, удачный. Желаю вам хороших заготовок, вкусных рецептов. Заходите на мой канал, у меня еще будет очень много интересных рецептов. Я буду для вас еще готовить квашеные помидоры, но они мне в 3-литровых банках. Уже некоторые заготовлены, а некоторые еще буду вам показывать. Всего вам доброго, за лайки и подписку спасибо. Благодарна всем моим подписчикам и всего вам доброго. Пока-пока, до новых встреч, до новых рецептов. Желаю вам вкусного всего и здоровья.